Добрый день, меня зовут Андрей, я из Киева. Расскажу краткую историю о лечении своей грыжи. То есть месяца, сколько уже? 3,5 где-то прошло, да, наверное. Ну да, 3,5 приблизительно назад начались резкие боли в плече, в шее. Не знал, что делать. Ну потом узнали, короче, диагноз грыжа была. Там местные мануальщики, что там. Грыжа в шее, Грыжа в шее, грыжа в 10 шее. миллиметров, скажем. 10 миллиметров, да. Мануальщики лечили без МРТ, а потом сделал МРТ и сказали, что нужно идти к нейрохирургу, а те как бы уже готовы были резать, в принципе. Ну, у Ну, меня потому был... что полностью нос канала. Ну, да, сказали, что там через 2 недели рука отсохнет у тебя и так далее и тому подобное. Ну, у меня было время посомневаться, я вот... Испугался ты? Ну, конечно, понервничал, выходные, да. На выходные много всего изучил. То есть, и вот нашел Виталия Казакевича в Ютубе, просто посмотрел. И был, ну, честно удивлен, что на украинском Ютубе есть такой человек. Я думал, это, скорее всего, будет Россия сразу. То есть, ну, я быстро решение принял, написал, просто приехал, короче, и все. И начали лечить грыжу мне методом резорбции. То есть, кололи уколы. Уколы сначала было очень больно. Потом уже немножко я привык ко всему этому. Ты И... скажи, уколы плазмой, то Да, подумаешь, что уколы... лекарства и гормоны. Да, плазму кололи, ну, то есть, да, брали кровь, разделяли там как на что, на тромбоз. Центрофуга. На центрофуге, да, разделяли кровь и кололи мне ее шею, в принципе, то есть, после курса через 3 дня уже боли вообще все исчезли. И через 2 месяца я приехал обратно, ну, На грыжа вообще, второй курс. да, на второй курс грыжа вообще не болит, ну, просто лечим, уменьшаем уже, грубо говоря. Руки, плечи тоже. То есть симптомов нету. Вообще никаких симптомов нету, да. Просто она там есть и все. Какой ты делал дома зарядку? Что ты делал? Ходил, как я говорил, километр-два в день Да я ходить. каждый день хожу, в принципе, по Нормально. делу. Да. Ну и тут ты ж пешочком Тут ходишь. пешочком хожу, гуляю, мне тут очень нравится. От трассы ты идешь сюда пешком, да? Да не от трассы, а здесь, я там в Гоплях много гуляю. Понятно, молодец. Ну, самое главное пожелание всем ходить 3 километра ходить. Так, дальше смотри, рекомендации сделать через 2 месяца сделать повторное тщательное МРТ и будем смотреть, что с ней. Сейчас можно ходить до 5 километров в день и легкая динамическая нагрузка. Велосипед по 30 минут крутить, аэробные нагрузки, пресс, экстензии. Нельзя только подтягиваться и отжиматься от пола, А чтобы не спазмировать мышцы шейные. какие можно, ну вот не нагрузки, а вообще в плане подвижности шеи, даже может там зарядку можно там вот это вот все делать. Шею не трогать вообще, Вообще да? не надо зарядка. Чем больше мы теребим диск, тем хуже он заживает. Ему Ага, надо я понял. отдых. Процесс резорбции идет, смотри, 9 месяцев от первых болей. У тебя боли начались в конце марта, вот считай 9 месяцев. Вот через 9 месяцев можно будет начинать зарядку делать. Понял? То есть это к Новому году, после Нового года. Вот и все. Что пожелаешь другим людям? Другим людям, ну, искать правильных врачей, это самое главное. То есть быстро определиться, куда ты должен ехать. Ну вот я поверил Виталию, то есть все хорошо, все лечится, то есть доказательно, не И просто а на не МРТ. соглашаться на Да, операции, не соглашаться дать на шанс операции. организму, чтобы он Да, да, сам да, да, да. рассосал эту грыжу, чтобы она вылечилась. Да, потому что я встречал людей, которые ходят с грыжей там по 2 года, а потом едут и оно лечится. А я хорошо походил там 2 недели и сразу приехал. Прям моментально, грубо Ну, это говоря. самый важный фактор, что ты приехал со свежей грыжей и не запустил ее, то есть не перевел ее в стадию хроническую. Вот хронически потом плохо лечится, и люди страдают болями долго. А у тебя боль была, грубо говоря, с конца марта и в конце апреля закончилась после курса. Даже уже на курсе закончилась, Ну, да, она на боль? курсе закончилась, она То у меня есть где-то появлялась неделю. под нагрузкой только, если я ехал долго в машине, и все. А после курса прошла даже. После курса даже в машине у меня ничего не болело, да. То есть, грубо говоря, месяц я походил с болью. Ну, И да. таблетки не пил обезболивающие. Немножко, немножко, Чуть-чуть. немножко там. Недельку где-то, да, у тебя Да попил? даже меньше там, они у меня Даже все меньше. целые валяются То есть, а это практически. вообще круто. Для грыжи в шее 10 с лишним миллиметров, это круто вообще. Поэтому, ну, это серьезный случай. Поэтому все врачи перепугались. Такие грыжи большие могут парализовать все, не только там руки. Что это шея. Все, что ниже шеи, оно и парализуется. И это должно быстро уйти. В чем причина хроники? В грыжу начинают откладываться кальцинаты, и она фиброзируется, становится жесткой.
И жесткую грыжу тогда только вырезать. А мы ее рассосали, заставили организм, ну, пока классно. Она мягенькая, чтобы она рассосалась. Все, удачи тебе. Пиши письма. Всем хорошо. Пока.